Всем привет, дорогие друзья! Я сейчас вам расскажу о самом лучшем средстве, которое моментально парализует. Еще раз подчеркиваю, моментально парализует всех мышей, крыс и вообще грызунов. Это средство намного лучше, чем любая отрава, так как отрава вызывает подозрения, особенно у крыс, так как они осторожны. А это средство работает моментально. Отрава даже так срабатывает, как именно это средство. Уничтожает оно... За один вечер вы уничтожите всех мышей. В общем, что для этого потребуется? Некоторые люди используют муку перемешку с яйцом. Прям берут, в общем, смешивают сырое яйцо и с мукой. В общем, но я хочу вам сказать, что вот нам нравится рис. Просто отварили рис, и он хорошо лепится, и, в общем, в качестве приманки рис вообще, и крысы, и мыши просто обожают рис, и он очень удобен, слепить можно. В общем, хочу вам сказать, очень я буду признателен, если вы подпишетесь на канал, и более еще признателен, распространите этот ролик в соцсетях, так как он принесет многим пользу. Сейчас очень много мышей, просто наплыв какой-то из-за жары этой. В общем, берем борную кислоту, в аптеке свободно продается, 10 грамм и 3 чайных ложки. Можно 4 чайных ложки, ну, 3 чайных ложки риса. Все это размешиваем. И, в общем, в тех местах, где у нас бегают мыши, крысы, в любом случае, если съест мыша или крыса, паралич моментально, органы откажут. Это средство, борная кислота, очень хорошее средство. Многие люди знают в советское время именно борная кислота и многим приносила дачникам пользу, уничтожая мышей. Подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.